Масштабные учения МВД провели прямо посреди Красноярска над островом отдыха. Несколько часов кружил полицейский вертолет, а на площади перед Дворцом спорта Ивана Ярыгина развернули оперативный штаб. Сотни сотрудников отрабатывали действия в критических ситуациях и в полной экипировке маршировали по территории острова. Были слышны выстрелы. Кроме того, задействовали несколько единиц спецтехники. Учения привлекли внимание сотен горожан. По словам некоторых, им это доставило серьезное неудобство. Стражи порядка перекрыли все въезды на остров отдыха, на коммунальном мосту и Пашином. Из-за этого затруднилось движение. Была отготовка какая-то, вроде бы, не знаю даже. Я приехал, просто сказал мне, мы едем пинбол играть, а сказали, что типа подготовка идет. Вообще в центр отправляли, на парковочное место. Вот здесь стали, вот стоим. Понятно, что есть определенный момент в организационном плане, надо было какую-то информацию дать, соответственно, или объявление какое-то для того, чтобы те люди, которые, или работники, которые определены на острове отдыха, должны быть, соответственно, информированы в должной мере.